Вы, наверное, часто видели, как провокаторы из числа ингушей на канале Лимрой, на других чеченофобских страницах, позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес чеченского народа, называя чеченцев пехотой Путина и рабами России. Часто ингуши пишут подобного рода комментарии. И таких высказываний в адрес чеченцев от ингушей очень много, не будем зацикливаться на них, а перейдем к сути видео. Есть такая поговорка: в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Покажем ингушам наглядными примерами бревно в их глазу. Начнем с высказывания лидера ингушей Ахмеда Барахоева. Один момент, когда ингушский народ против русского народа, против России выстрелил. Никогда. Почему? Потому что наши предки завещали жить с братским народом. Это братский народ. Да. У нас словами не разбрасывается. Да. Наверное, вы подумали, что после таких высказываний, народ, который называет себя никем не покоренными, а всех вокруг рабами России, начнет возмущаться. Но нет, ингуши начали поддерживать его высказыванием и восхищаться мужеством Барахоева. Идем дальше. Недавний митинг в Ингушетии в поддержку Путина. Наш президент! Путин наш президент! Путин наш президент! Россия Ингушетия! Россия Ингушетия! Россия! Думаете, этот митинг не поддержали? Вы глубоко ошибаетесь. Вот один из ингушских пабликов опубликовал пост в поддержку митингующих. Дальше мы вам покажем серию из видеоматериалов, где ингуши сами рассказывают, кто на самом деле является пехотой Путина и кто истинный раб России. Пока соседние народы активно противостояли интересам России на Кавказе и вели многолетние ожесточенные войны, ингуши приняли присягу о добровольном вхождении в подданство Российской империи. И вот с тех пор земля ингушская претерпела несколько территориальных изменений. Откуда это, откуда была территория? И где мы сейчас находимся? Здесь свой уклад, традиции, законы. Здесь многие имели интерес. Сюда несли свои хоругви и иконы. Но договор с Россией только есть. Слова, что мы никем не покоренный народ, что верен слову своему, до наших дней храним неизмененными. История свидетельство тому. Сейчас радуем, такого президента не было, как это Путин. Дай Бог ему здоровья. И дай Бог ему здоровья. Сейчас он выделяет от сына самые лучшие внимания именно Ингушетии. Он и выступал на радио, сказал, что именно